Не покупаются, не покупаются доброе имя, талант и нужно именно верить в людей. Это имеет большое значение красота, что вот красота, она как-то трогает человека, обязательно трогает его за душу, поднимает в нем что-то самое хорошее. Мечта? Ну ты о чем-то мечтаешь? Нет, я не мечтаю. А другому во дворе просто хочется есть. Его прежде надо накормить, чтобы с ним потом разговаривать хоть как-то. Ну как, захотели, естественно, выпить. Надо доставать деньги. Пошли на дело. Все. На какое? После получки пьяных трясли. Если бы у меня была такая возможность, я бы, наверное, сказала человечеству, что давайте жить по-доброму. Ну, ведь об этом говорят, но этого нет. Как сказать так, чтобы это подействовало? Человека ударишь? Могу. За что? Даже просто так могу. Я мог бы. За что? За того хотя бы, что я был просто злой. Человек добрый, все люди добрые. И начнут из этого добра искать зло. Это же правильно, то же самое. Если будет зло, то из-за этого зла найдут добро. И тогда самые плохие черты будут для человека идеалом. А что такое добрый человек? Ну, добрый человек... Как, ну... Как вам сказать? Не то, что добрый, а... Как бы сказать это... Сейчас я подумаю. Доброта это вообще... Я даже не могу сказать, что такое доброта. Не знаю. Это все лишнее. Меня не спросят об этом. Майданов, прекрати. Что прекрати? Правду говорить? Марина Максимовна, гоните вы его. Гоните, гоните. Если я сам уйду. И зачем только в душу ко всем лезть? Добрый. Ведь это ж так сложно быть добрыми. Действительно добрыми. Пакостница. А ну, бери, бери свое барахло. А ну, положь на место. Убирайся отсюда. Ах, чтоб не видел чтоб тебя. Никто не видел. Я тебя вытащу. Гад паршивый. Отвяжись.